Основные тенденции – оформление интерьера комнаты подростка. Комната подростка – это уже не детская, которую родители часто оформляют, отталкиваясь от общей концепции дизайна или своих интересов. В подростковом возрасте дети активно отстаивают свою самостоятельность, свои вкусы и интересы. Дети самовыражаются, и это проявляется и в окружающей их обстановке. Каким видит интерьер своей комнаты подростки? Подрастающее поколение активно следит за модными трендами, поэтому в их комнатах часто можно найти отражение самых современных идей. В наших дизайн-проектах мы все чаще встречаем запросы на спокойный, выверенный интерьер комнат для детей. Если ребенок после школы не планирует жить отдельно, то в такой комнате не нужно будет делать ремонт. В детских комнатах для малышей родители часто выбирают безопасные и экологичные материалы. Подростки, как правило, отдают предпочтение модным вариантам отделочных материалов – дерево, бетон, декоративную штукатурку. Подростки выбирают удобную для них мебель, добавляют в интерьер спортивные уголки, увлажнители воздуха и много других модных современных устройств. Раньше комнаты подростков чаще были яркими. В них были различные, с трудом добытые постеры. Теперь яркие акценты остаются, но мальчики отдают предпочтение темной цветовой гамме, а девочки – нейтральной. Визуального шума в современных детских практически нет. Подростки и дети быстрее всех овладевают новыми гаджетами, поэтому в их комнатах есть многофункциональная мебель. Часто просят предусмотреть технологии умного дома. Дизайн интерьера комнат для подростков полон интересных решений, и мы всегда рады реализовать отличные идеи и пожелания владельцев.